собой взял нерубленные. Нерубленные. Здоровые. Успел взять. О, на 1505 пакетик. На несколько раз хватит. Это хорошо. Большое двум человекам, которые сегодня нас побаловали. Я сразу заехал в магазин. Поэтому есть что показать. Сейчас дам приеду. Дождик идет. Завтра будет. То давно не было простых видео на канале, на кухне. Поэтому приеду сейчас чуть-чуть сниму, если дождя не будет. Я надеюсь, что он переменный, дождь. И сразу заехал в магазин, купил как раз. Двух человек состыковал угощениями, и получилась сумма. Я ей сразу вбухал на собак. Вот, потому что на себя я трачу, либо я только свои деньги. Если, а так я на себя ничего не трачу. Все. В первую очередь, все это живность, конечно, это подопечные мои. Ну и угощения от определенных людей есть. Ну и как бы вот, вот так вот. Спасибо большое, огромное. Ну и Сбербанк, я вас всегда, у кого есть ответ на СМС, можно вам ответить, отблагодарить. Я всегда вам всем, кто нет-нет, там есть у вас 5-6 человек всего в общем количестве из 371 тысячи, потому что она сейчас будет. Ну пусть давайте возьмем 16 тысяч кухню. Всего у вас есть-то 5 человек, 5-6. Да? Разница какая? Большое количество и такое количество, кто хочет угостить там туда-сюда и переживает и понимает, потому что у меня рассчитано на разум и на мышление человека, а не от того, как привык YouTube его заставлять, и донаты, кто дает людям, кто именно настоящие блогеры, рассчитан на попрошайничество. Это постоянно тыканье, вымогалово. Не забываем, ставим лайки, колокольчики, хуёльчики, блядь. Эти, как о, день стольника, день полтинника. Сегодня вот такое число, давайте закидаем нас деньгами. Я считаю, что это полное блядство. И это уму непостижимо. У меня рассчитано по-другому, потому что я не считаю себя блогером. И рассчитано на мышление человека. Что он хочет, как он хочет. Понимает он, не понимает, кому нужна помощь, где его разводят, где его обманывают, а где реально от него нужна помощь, но он этого не понимает. Но судя по моим донатам, я думаю, что у меня все сидят вот такие, нахуй, практически. Вот, пять вот нормальных, остальные такие. Сиди, я сам открою. Не в обиду никому, но так эта статистика показывает. По мышлению. Ну а лечить я пока никого не собираюсь. Сейчас приеду, угощу. Покажу именно от тех людей, которые реально угостили. Я сразу подорвался, посылку забрал от Татьяны, пришла. Виллы советские, как пихну кому-нибудь под ребро когда-нибудь. На немца пойду с виллами. Вот. Фашистов буду душить. А это как, знаете, это в Великую Отечественную войну говорили это. На фашиста с этим, с рогатиной ходил на немца, как на медведя. Вот, так что всем позитива. Живем дальше. Уже радостно улыбаюсь, потому что пакет уже, супа у меня нет, можно поставить. И на 3-4 дня, может быть, даже хватит поугощать их. Но если два раза в день не давать, а я не буду давать, зубы жалко. Вот такие дела. Еще успели. Самая фишка в том, что она меня пригласила в холодильник туда. Они уже меня все знают, как все, как знакомые очень сильно. Он не успел их порезать, и я большими теперь кусками буду давать. Ну, он не успел порезать, там осталось в ящике много костей больших. То есть он их не попилил. И я так обрадовался. Ух, хоть подольше хватит, а то что этими кусочками давать? Так что вот так. Дождь. Тут, видать, хороший в городе краем. Вот. Так что я рад видеть на канале здравых. Пусть вас немножко, но вы есть. Не обязательно, что кто-то дает
донат и тот хороший. Нет. Со здравым мыслом, со здравым комментарием. Вот. Но основная масса, я думаю, такое впечатление всегда складывалось и складывается до сих пор. Ненависть порождает, зависть порождает ненависть, только не знаю, кто к чему завидует всей этой суете, проблемам и заботам. И мне кажется, вот у них желание, в основной массы всех вот этих вот ютубовских зрителей, вот этих комнатных, диванных, они меня все ненавидят. И если бы я умер, блядь, и исчезли, пропали бы собаки, они были бы счастливы, нахуй. Они с таким удовольствием хотят, чтобы я, блядь, исчез, нахуй, с поля зрения. Это просто, прям вот это чувствуется, аура, вот эта подача подписоты всей, вот, на всех каналах. Они скрипят зубами, сидят, двухличные, вот эти вся, вот эта вот шушера, блядь, основная, 99% сидит вот этой херни. И это очень прям вот все, поэтому я иногда бываю очень жестким, не жестоким, а жестким. И вот из-за, потому что это прям вот наплыв идет, судей по комментариям, и в личку, и на почту, и куда хотите проявляются эти. Но очень хотят, чтобы вот прям бы умер, мне кажется, они бы ресторан бы заказали бы. Ну я пока поебу кукушку, нахуй, я не доставлю такого удовольствия. Мы как шли вперед, так и будем на показ идти вперед. Как бы мне это трудно не было, я буду идти вперед до конца. Вот так вот. Ну а вы немножко будете за этим наблюдать, то, что я вам позволю посмотреть. Я им еще творога подкупил. Сейчас. Провода мои пришли. Озоновские. Озона. Мне электрику надо сзади сделать. Плафон оторвался, блин. Только сделали. 3-4 дня поработал и все. Так, сейчас творог, потом косточки. Людям покажу, который. Ну, творог уже. Чисто уже, ну как творог-то не купить. Тем более на глаза попался мне. Да, трава растет, а косить никак. Воды полно, стоит аж вода. Обу. Куда ты летишь? Ты хочешь лететь? А как же творог, ёпрасоте? Сейчас дам. Чего? Танцор диско. Так, держи. Полноценного видео давно нет на кухне. Дня три, кушай. Так, карман. Доедаешь, потом выходишь гулять. Закрывать я тебе не буду. Сейчас я тут поочередно всех. Надо ваши миски забрать. Мой я их вчера мыл руками. А что толку-то? Завтра нам надо залить швы. Видите, подкапывают в трех местах через этот, который пробивали. Ждет. Давно не было творога. Ну все, а то яйца. Косточки. Сухой корм. Пока свежак был, прям выложили. Я думаю, не, подорожал, блин, уже 48 рублей. Да, ну вы диксовские лучше едите, чем такой. Это же вот этот быстро порчащийся. Почему я беру его? Во-первых, и по деньгам нормально, и этот, ну, более-менее. И он раз, если все, испортился. То есть не два дня там, и все, и кирдык ему 2-3 дня. Сколько срок годности-то у него маленький. А когда маленький срок годности, значит, это более что-то есть не химическое, наверное. Да нет. 16-го нифига у него. 2 недели сроку. Охренел, я знаю, что он воду пускает. Ну, Дикси лучше. Вон сколько яиц наела со всех вольеров. Да? Поедание белки и творога — это что-то с чем-то. Эксклюзив.
плохо положил, не на середину, не захватить. Он тянется, свежий. Ешь, ешь, потом водичку попьешь. Загремел. Мне так нравится, как гремят мишками. Значит, было вкусно. Бел, иди гуляй. Бел, все. Иди, пойдешь гулять, иди. А у вас все есть, хулиганки вы. Все. Злата, иди ко мне. Злата. Нет там уже крыс, всех вы передавили. Иди сюда, иди садись. Ты даже вкусняшку сухую не съела. Злат. Еще за полосмас тут. Злат. Тебя все ждут. Иди ешь. Злата. Злат, поди сюда. Злата. Иди сюда. Иди хоть понюхай, что у тебя лежит. Хочешь, иди гуляй. Сейчас другие съедят. Такие проблемы-то. Вот у тебя и у белки. Сейчас я заберу, Азелит нам поможет. Ну все, сейчас отдерет. О, воробьи фигачут. Уток кормится. О. О. Дружбан. А утки не гоняют. Крыс мы переловили. Даже капкан стоит. И... Яйца спрятали? Пойди. А? Тихушницы. Кварплату забрал, да, зла. Не, мочил его чуть позже. А то вдруг я без чубарах останусь. Ох, сладко, будешь контролить теперь этот, как его. Что у него лежит в вольере. Холодным утром было. Спрятали. Прячут от меня утки. Яйца. Вот, не говори. Чеза. Неси. Фигли там. Не дает косить траву. Вода стоит. Не прокосит. Ходим по воде. Чез. Чеза. С мячиком идет. А у меня яйцо есть. Не? Полномасштабный. Неполноценный обмен, да? Бел, ну-ка что ты? Мне там срать не надо. И ссать тоже возле колодца не надо. Да-да, скажи ей. Я про то ж ей толкую. Вон они, маслы. И вилы мои приехали эсэсэровские. И рога маленькие. Лосины вологодские. А что ты уже собрался домой идти? Ты думал, я уже вкусняшки достал? Ах ты, змей! Что? О-о-о! Еще одно. Вы! Тюмень оглы. Да. Шартан-бартан. Зерно. Чеза. Травы у вас там много. Другой косилкой надо косить тогда. Че, в туалет сходили? Мне тоже домой надо идти. Нет, еще. Как раз по туалету. Когда ветер. Хорошо помогли усилители этих дополнительные дуги, лучи. Вот этот мешок собирается, но я там люверсы, у меня есть этот приспособа. Сделаю люверсы, поставлю. Надо натянуть немного, чтобы мешок не образовывался, может поможет. А так остальные все отлично, вообще все стекает. Вот один вот правый мешок, если смотреть на него.
А когда вот такой ветер, она в воду выкидывает, что накопилось, и все, не продавливает. О, так вот добавим соловьи. Смотри, какие культяшки. Смотрите, какие. Это мне еще рубить надо. Он не успел, говорю, порезать. Кода пришла. Ох ты, вот чуйка у тебя, да? Ох, чуйка. Носы. Оу, чес. Чё там? Рубить там надо, там еще пласты лежат. И прям по позвоночнику. И ребра. Так. Самые две за вкусняшки. Да? Каюр. У тебя нос в табаке. В твороженом. Каюр, этот бы держи. Ты кобель? Да, да. Оу-оу. Чес. Побери. Сейчас, Бел. Занимайтесь. Соскучились. Белкуня. А лапу? Я не помню, ты лапу давала? Дай лапу. Лапу дай. Дай лапу. Ну, можешь сказать, что подзабыла ты. Но я вас не драконю. У нас чисто на таком диалог идет воспитательный. И так не сильно. Так, а где у меня Маруся-то эта белая? Так, домой правильно, а то сейчас отнимет хозяин. На хвоста сядет. О. Утятник продолжим делать в эти выходные. Володя, Иван чай будет собирать через выходные. Ты дома, да, уже? Поэтому через выходные. Ну, у меня будет время заняться грузовиком и парником. Злат, ты знаешь, что надо делать? Злат, сидеть. Злат, вот единственное, что она знает. Злат, сидеть. Злата. 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 Творог. Ты что-то вообще капризничаешь в последнее время. Иди ешь. Чудная твоя голова. Вся. Вроде активная твоя сюда. Обработаны они все. И пропитаны. Это все. Нет? Нет желания. Давайте поешьте, а я потом миски заберу. Чтобы, потому что сейчас после костей захотите... Я его сразу заберу. Дай-ка я. Дай в баню. Я принесу как раз. Я, пока будете есть, я это. У тебя на выбор. Хочешь сухая? Последний, кстати, отдал. Творог. Хочешь? Хочешь косточка? Вон, эти нифига ничего нет. Все уже давно отфигачили. Вода чистая, а миски вон налет какой. Да, вчера вытащила кость, ладно. Пусть хоть погрызет. Так. Миску боевика. А у меня шашлычок, два кусочка осталось. С дня рождения мамы. И картошечка молодая, крупненькая, обжаренная, отваренная в мундире и обжаренная с маслицем. Вот ем второй день.
такие дела. Короче, хочу что сказать. Спасибо тем, кто не забывает и не забудет. Вы постоянные прям все, судя как я вам кто присылает, угощает, одни и те же. Вот. Ну, остальным что, удачи в интернете найти себя. Ищите, ищите, вы там найдете себя. Ну, принимать меня такого, как есть. Многие люди давно со мной знают, какой я. Я зато настоящий. Без всяких этих. Никогда не буду блогером, попрошайкой. Какие-то сборы делать на что-то. У меня рассчитано на здравых людей, на понимающих, кто дружит с головой, кто, у кого кукушка работает в правильном направлении. А я такой, какой и есть. Но зато я такой, которых нет таких мало на Ютубе. Открытый, прямой, без сценариев, без режиссуры. И говорю, и мочу правду матку. Вот. За что и открытый, добрый, прямой человек. Для определенных людей добрый. Для хороших людей я всегда добрый, отзывчивый, помогу, чем смогу. Но это только для определенных людей. Ну, а кто меня не знает, лучше вам меня не знать. Вот. Если со мной лучше дружить, чем воевать. Вот. И что еще хочу сказать? Ну, воспринимайте меня таким, как есть. Ну, а если что-то не нравится, ну, что я могу сказать? Я никого не держу. Я не буду вам говорить, подписывайтесь, ставьте колокольчики, лайки там. Мне это нахрен не надо. Я ищу публику, отталкиваюсь на то, что она сама хочет. И чтобы люди собирались именно те, которые нормальные, а не полностью клинически нездоровые, которым доступен интернет. Поэтому кому-то что-то не нравится, музыка там, что-то я говорю, вас никто не держит. Берите, не смотрите, не трепите все нервы. Идите там. Я знаю, что вы любите, когда вам лижут зад. Когда вам, блядь, очко вылизывает. Хотя бы даже за рубль. Но вам это нравится. Я знаю, что вам это нравится. Но я этого делать никогда не буду. Поверьте. Вы от меня этого не дождетесь. Самое большое, что я могу сказать, отблагодарить. И что-нибудь красивенькое показать. Все, что я могу от настоящего здравомыслящего человека. А показухой и всякой фигней я заниматься не буду. И в игры я не играю эти. Чтобы вам... Я мог играть с вами в игры. Но я не того склада человек. Я бы сделал все, чтобы вам нравилось. Что вы любите? Вы мои хорошие, мои любимые, ребята. Мы же... Мы большая семья. Мы как вот... Мы же все в одном целом. Там я бы пел вам мембирамбы, бля, как все поют. Только ради ваших карточек, нахуй. Суммы, которые на них. Я бы пел бы вам, но я этого делать не буду, потому что я один такой и буду такой, как есть. Вот. А они готовы вам залезть и пройтись по всем внутренностям, лишь бы вы сделали перевод. Вот и все. Так что всех благ, всем всего хороших умов и хорошего, прекрасного настроения. Вот, так что вот так вот. И у меня сегодня настроение очень сейчас хорошее, потому что я им купил вкусняшки. Вот такие дела, господа ютуберы. Ничего, я скоро дам вам возможность скучать. Дайте мне только в мое болото залезть с грузовиком. В рутину, нескончаемую, блядь, чтобы выживать. Как-то держаться на плаву в это тяжелое время для России. Но я постараюсь выжить и сдержать, сохранить ту породу, которую я держу, в лучших качествах Лондона и Парижа, как говорится. Западно-сибирских лайк. Пока идет вот это вот все неразбериха и вот эта оккупация, мафия и переворот всех пород и так далее, переворачивание и неправильная экспертиза и присвоение всяких категорий, всяких статусов, пока это все идет, пока не сменится все остальное, мы потихонечку будем шевелиться и будем ждать хороших, прекрасных времен по всем породам
не только лаек, но и всех охотничьих пород. Всем всего хорошего, всех обнял, всем пока.